Новый рекорд России установили в Щелково. В Центральном парке приготовили ролл весом 360 килограммов. На его приготовление ушло 220 килограммов риса, 18 килограммов лосося, 40 килограммов сливочного сыра, 40 килограммов снежного краба, 8 килограммов икры масага и 8 часов работы. Установить новый рекорд взялась команда из 5 человек, включая шеф-повара. А как же родилась идея? Ко мне сын подошел и спрашивает: пап, у тебя самые большие роллы? Я говорю: ну да. Он меня спросил: а интересно, они самые большие в России? И мне сразу в голову идея: сынок, все будет. И, собственно, вот. Приготовить самый большой ролл оказалось не так просто. Чем он тяжелее становится, тем он более такой подвижный и может разломаться. И тут главное словить момент и сделать его так, чтобы он оставался цилиндром. Это самое сложное. После фиксации рекорда ролл-гигант разделили на 8 частей настоящим японским мечом. Все желающие смогли попробовать его в филиалах ресторана. На достигнутом шеф-повар останавливаться не собирается. В планах побить мировой рекорд Гиннесса. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.